дальше верховный главнокомандующий экипаж самолет вылет и готов. Товарищ верховный главнокомандующий, в Шкалском гарнизоне без происшествий. Самолеты экипажа к вылету готовы. Начальник Шкалского гарнизона, генерал Беляев. Здравствуйте. Космос на этот раз не полетит. Спасибо за работу. Счастливого полета. Владимир Владимирович, какие впечатления? Все-таки самое главное, вот машина еще все-таки не принята, насколько нам сказали. Зачем вот это было риск? Ну, во-первых, я не думаю, что риска здесь очень много, потому что она хоть формально не принята на вооружение, но давно уже используется и несет боевое дежурство. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что человеку в моем положении нужно лично знать, видеть, чувствовать, как это происходит. И в-третьих, сегодня был не просто рядовой полет, сегодня еще испытывали новую ракету. Где-то, если вы помните, года полтора назад мы говорили о необходимости разработок новых систем ракетного вооружения, высокоточных крылатых ракет дальнего радиуса действия. И вот сейчас мы ее испытали, посмотрели, как она начала свое движение, и как доложил министр обороны, она поразила цель. И это хороший результат. Это первое. Второе, что хочу сказать, это мне было приятно посмотреть, как работают летчики. Четко,
слаженно и высокопрофессионально, как и должно быть в военно-воздушных силах. Кроме всего прочего, интересно. Интересно и... Командир даже доверил немножко попилотировать. Должен сказать, что это очень приятное чувство. Думаю, что так летают во сне. Спасибо большое. Да, и спасибо. У вас день рождения сегодня. Мы от имени экипажа вас сердечно поздравляем. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы чувствуете себя немного Юрием Гагариным сегодня? Нет, конечно. Нет? Я думаю, что все хорошо в мире. По ощущениям. Это рядовой полет, по сути дела. Но для меня первый, конечно, на такого типа самолета. Это и интересно, и полезно. Спасибо.